Пока, ребята, еще в приюте грязновато, но, слава богу, снег ушел. А теперь нам очень-очень нужен гравий. Нужен гравий, чтобы хотя бы немного все это подсыпать. И не было так страшно. Да ты мой хороший. Да. Да, маленькие мои маленькие. Да. Небо страшное. Как только громыхнет, собаки рвутся из вольеров. Не знаю, что сейчас будет. Кимба, беги на место. Ну что, ребята, половина собак вот так в будках, без навеса. А этот год почему-то просто не жалеет. Не жалеет слез. Оплакивает и оплакивает и оплакивает наш мир. Боже мой. Куда ты ползешь, что ли? Да ты горластый мой. Давай на место, давай. На место иди, козёнок. Ох, ничего себе. Ужас. Да, ребята, мне никуда больше не пройти. Поймали? Что, мои хорошие? Ребята, у нас только что зарядами бьет дождь с градом, со снегом, непонятно. Холодно очень. Что, мои хорошие? Мои маленькие. Да, ребята, гравий нам очень нужен. Очень. Так, убрали сено из будок. Плохое. Сейчас будем убирать здесь. А вообще пора устраивать в приюте субботник, чтобы убрать все лишнее. Болото, конечно, страшное. Знаете, ребята, я же думала, много земли – это здорово. А сейчас я понимаю, много земли, как же это трудно. Что мои красивые. Мамины. Что, мои хорошие, все в порядке? А ты, ежик, наверху лежишь? Что, мои красивые, играем? Чисто стало? Песочек нравится, а? Ушастые. Да, сейчас опять бардак будет, ну, по крайней мере, хоть немножко чистыми посидим. Да, мои красивые. Все, здесь тоже сделали. Убрали, промыли. Так, а эти уже разровняли кучку, да? Вот так, здесь убрали. 3 вольера, те, которые привязаны к бытовке. Мы сейчас убираем именно вольеры, которые привязаны к бытовкам. Так, ребята, там внутри тоже подмести, Нурик. Там внутри тоже все вымести. Так, ну-ка. Да, здесь тоже все убрать. Все выгрести. Так. Закапываем ямы. Привезли немножко грунта и закапываем ямы. А то у нас очень сильно здесь... Вот. Да, и будем разравнивать, чтобы хоть чуть-чуть убрать ямы, ребята. Потому что когда дождь, здесь просто страшно. Болото. Ну вот, ребята, разровняли все ямы. Разровняли здесь еще потом грейдером пройдем. Мы пытаемся засыпать, ребята, все ямы, какие у нас остались с весны. И где у нас больше всего стояла вода. Сейчас еще вот здесь надо насыпать. Да, вот здесь у нас тоже яма. Сейчас мусор уберем. Так, ребята, вот сюда еще насыпать обязательно. Что, тараканы? Да красивые мамины. Так, водички нету, да? Сделали специальную крышу, чтобы корм не намокал. Ну что, ребята, дети подросли. Дети подросли. Их срочно надо рассаживать. А по попе! Их срочно надо рассаживать. Наши балкончики выросли. Как же они быстро растут, ребята. Как же они быстро растут, а мы не успеваем. Отлично. Так, ладно. Вечер, начинаем разносить корм, и собаки волнуются. Ребята, у нас 4 на капельнице. Мои хорошие. 3 малыша и 1 взрослый. Ну как ты, детеныш? Ребята, у меня ребенок умирает от пироплазмоза. 3 дня уже капаем, а ему хуже и хуже. Я уже не знаю, что делать. Девочка, привитая с 2 прививками. И вдруг свалилась с кровавым поносом. Ребят, я не знаю, что происходит. Не знаю, что происходит. Положили на капельницу. Да? Что, мои хорошие? О, Господи, ребята, идет солнце, ребята. Идет солнце. Нам срочно нужны навесы. Да, мои хорошие? Ребят, нам нужна сетка, причем срочно. У нас все вот эти ряды, ребята, они без укрытия. Сетка нам нужна, ну просто кровь из носа, ребята. Сетка. Я вот сейчас здесь в приюте, ребята, здесь просто пекло. Сетка нужна срочно для тени. Да, мои красивые, мамины. Ну что, мои хорошие? Ребята, нам нужна сетка, чтобы была хотя бы какая-то тень. Нам очень-очень нужна вот такая сетка. Здесь натягиваем, там как раз тень на пол приюта, на пол вольера. Ребята, мне нужна ваша помощь, пожалуйста. Я вас очень прошу. У нас проблема. Да, сначала дожди, потоп, а теперь, ребята, у нас проблема пекла. Теперь у нас пекло, и надо срочно... Ну что же это такое, а? Ребята... Нам нужны сетки, чтобы закрыться от солнца, ребята. Я уже заикаюсь. Ну что, девочки, я сегодня моих мужиков, конечно, упахала опять. Ничего, они вон сейчас пошли ужинать. Сказала, чтобы они завтра могли поспать. Тоже 2 дня я их, конечно, достала очень сильно. Но без их помощи, ребята, я бы ничего не сделала. Ребята хорошие. Все, мои хорошие. Сейчас за мной машина придет, и я тоже домой поеду. Всем доброй ночи, ребят. Всем. И доброго здоровья. А 3-й котяра пошел куда-то гулять. Ну, хотим специально приучить кошек, чтобы они у нас жили в приюте.